что, мы с Александрой начинаем украшать, украшалки делать, да? Да. Иди сюда. Что мы будем украшать? Двор. Двор будем украшать. Сегодня часть первая, потому что за один день не успеем. Снег идет, нужно его чистить сначала, а потом украшать. Ну, помощник у меня золотой. А зачем ты? Снежинки ищешь, лопаешь, да? Ты снежинки лопаешь? Сегодня будем украшать только окна. Окна на доме и окна на гриль беседки. Ну, подоконники, будем говорить. У меня и так здесь, сами знаете, уже немножко было украшено, да? Но мы изменим чуть-чуть декор. И на этом тоже пока не остановимся, потому что нужно сходить в одно место, в начало парка. И там есть кусты шиповника. Я еще нарежу шиповник, рябину красную, которую не съели еще птицы, и доукрашаем. Ну, а сейчас мы сходили в лес с Борисычем. И принесли вот такие ветки сосны. Нарезала нижние ветки сосны. И сейчас этими ветками, игрушками, какими-то, какой-то мишурой будем украшать с Александрой. Так что присоединяйтесь к нашим украшениям, чтобы было красиво, празднично. А потом мы будем украшать наши арки, колодец. Это уже в другом видео. Да, Саш? Да, а Саша ловит и ест снежинки. Ну, давай, Саш, вот эти мне пока. Где у нас метелка? Принеси метелку. Принеси метелку. Принеси метелку. Давай. Вот сколько у нас, дорогие друзья, добра. Бабушка. Да? Бабушка. Давай метелку, давай. Вот сколько у нас добра, и это все уличные игрушки. А хорошо, что есть сарай, называется. Ну, давай. Давай вот эти веточки. Давай. Давай, еще эти ветки. Давай. Да по одной веточке ты доставай. По одной веточке. Иди сюда. Иди сюда. Давай, доставай веточки. Веточки бабушке подавай, пожалуйста. Вот такие, да, давай. Давай, держи эти птички, иди сюда. Держи птичек, держи. Вот такие птички, да? Чик-чирик, чик-чирик. А кто такими птичками делать? А? А кто такими птичками делать? Что такими птичками делать? Что хочу вам сказать, идея Борисыча с этим поленом, ну или как сказать, с этим бревнышком тонким, березовым, очень удалась. Сделано, что называется, на коленке, но посмотрите, как отлично сработало с осени, никакими ветрами ее не сбило. В прошлом году я сюда клала поленья из березы, тоже очень красиво. Посмотрите мой предыдущий декор двора, я вам поставлю в описании видео. Как можно, если нет такого длинного березового дерева... Что такие птичками делать? Не надо так колотить птичками, сейчас мы их посадим. И можно положить просто поленья. Тогда ваш декор не будет падать, ну и, в принципе, прослужит сколько-то. А будет он у нас, ну, например, до конца января. Давай еще вот эти. Давай игрушечки выбирай. Вот тут игрушечки выбирай. Бабушки. Нет, эту не надо. Давай вот эту снимать и взяла. Они что, будут снегу валяться? Кто? Это. Да не надо. Ты вот это снимай, вот эту гирлянду снимай. Вот это гирлянда. Давай, вот это.
мишуру. Вот, давай, Дед Мороз. Вот, Дед Мороз. Дед Мороз. Иди только сюда, а то тебя не видно. Ну вот такое праздничное окно у нас получается с Александрой. Сейчас переходим ко второму. Маска, это что? Не надо, не надо, не надо. Принеси мне другую сумку там вот с этими штучками. Штучками? Да. Ты что, не можешь? Я не могу, да, помоги мне. Сарая? Да нет, вот лежит пакет с елками. С елками? Угу. Красный давай. Давай красный. Вот эту красную давай. Вот, друзья дорогие, что у нас тут получилось с Александрой. Вот, поближе я вам тоже покажу. Но говорю, что еще мы сюда украсим веточки шиповника. Видите, как прекрасно смотрится калина, рябина, ветки. Получается такой декор, можно сказать, половину на... Пойдем, бабушка, уже. Пойдем сейчас украшать окна Александровского гриля. Нам надо туда еще как-то пролезть, Сань, да? Да? Да. Пойдем, потихонечку поползли. Конечно, на твое, как же? Сейчас, сейчас, на твою, конечно. И, пойдем. Да вот туда по тропинке иди. Вот туда по тропинке иди.
Давай, давай, тащи. Вот туда надо идти, вот туда по тропинке. Туда по тропинке? Да. Да. Вот тут будем украшать. Давай, клади на снег сюда. Клади сюда на снег, клади. Ну вот и пришли. Вот первый год у нас это сооружение, поэтому первый год вот в этих ящиках тоже хотим сделать красоту. Вот что-то такое. Ну, здесь мы все равно будем праздновать Новый год, какие-то готовить вкусняшки, поэтому надо, чтобы тоже было красиво. Что, Сашенька, ты спрашивала? А? Ты будешь поваром. Саша спрашивает, а кто поваром будет? Кто нам будет готовить эти вкусняшки? Как ты думаешь, сама-то? Я? Нет уж, переложу на плечи дедушки. Кто у нас здесь готовит шашлык? Ну, говори громко-то. Дедушка. Вот пусть и готовит, правильно? Да. Пусть нас балуют вкусняшками, у него попросим. Что мы у него попросим? Ну? Скажи, дедушка, сделай нам шашлык, да? Да. Да. Гвоздик сделать, чтобы венок повесить, да? Гвоздик сделать. Да. Правда? Да, да. А не будем снег. Пусть так снег красиво, да? Да. Вот так. Да, сделаем? Да. Красивый дом. Ой, а тут посмотри-ка. С шишкой. А я что, тут тоже? Ну, давай. Привет, бабушка. Ну? Давай. Иди тут. Вот, дорогие друзья, когда у меня был девичий виноград, я сплела с девичьего винограда два веночка. Видите, один и второй. Один побольше объемом, а другой поменьше. Ну, у меня есть такое видео, наверное, было первое на этом канале, про такой венок из лозы девичьего винограда. И я их приклеила. Посмотрите, какой получился красивый объемный венок. Правда? Так что вот такая идея заодно вам на Новый год. Просто, легко, почти что бесплатно. Пойдем еще принесем кое-чего. Да, что? Давай, мы молодцы, давай пять. Как мы с тобой слепнем? Ура! Все. А что, будем еще катать?
еще украшать. Да, да, я... Люблю шишки, а ты? Мы справились, дорогие друзья. Сейчас покажем, что здесь получилось. Вот, нет. Друзья, дорогие. Вот, друзья, дорогие, Саша говорит, что у нас получилось? Что там у тебя получилось? У меня? Что? А, у тебя здесь, да? Посмотрите, что у меня. Посмотрите, что у Саши получилось. Как у Саши получилось красиво. Да, Саш? Да. Это Саша наряжала. А это бабушка наряжала. А это бабушка наряжала. Да? Да. Вот. Это мой подарок для тебя. Это мой. А это Сашина, а это мой. Да, Саш? Да. Ну, мы еще кое-что здесь доделаем. Да, Сань? Доделаем. Сходим еще за красненькими ягодками. Но все равно празднично. Правда, Шур? Да. Празднично? Да. Да. Нет, пока хватит. Все уже. Закончили мы с украшением, да? Давай выходим и покажем издалека, как смотрится. Попросим еще дедушку закрепить венок нам на дверь. Это дед сделает нам. И вот так настроение все равно поднялось. А смотрите, что мы там делаем. Сейчас, так мы уже показали. Не, да. Не показали. Да как же не показали? Все рассказали уже всем. Ну, сейчас покажем, хорошо. Раз ты так просишь, покажем. Ну, вот так. Еще снежинок куплю и на то окно тогда делаю. Видите, это в процессе же все происходит. Оказывается, там есть такая щель, куда можно запихать вот такие снежинки. Съезжу в фикс прайс и доработаю конструкцию. Ну, пойдем покажем, где еще-то. Пойдем. Мы уж все показали. И зиму зимнюю, и красивые окна. Видите, как долго происходит процесс. А потом будем украшать арку. Вот здесь у дверей все. Это уж надо ждать, когда Александр в садик уйдет. Ой. И вот бабка красала мне. А вот я ей красала. Да? И главное, дорогие друзья, да? Да. Да? Тебе тоже? Ты уже от бабушки учишься? Дорогие друзья. Бабушка. Да. И это мое, а это твое. Хорошо. Показали все дорогим друзьям. Вот такое тут безобразие. Сейчас это безобразие разберем и подготовимся к следующему украшательству. Вот так поднимаем себе настроение. Ну а что же делать? Сань, ты что сейчас ездила в больницу делать? А? Мозги. Мозги? Да, мозги. Что сделала мозги? Сдавала мозги, Саша? Ну, вообще, крутик. Я не могу, дорогие друзья, с ней больше. Говорит, ездила сдавать мозги. И еще там сдавали мозги тоже ее согруппники. Это берут сейчас, проверяют на коронавирус. Ну, раз есть заболевание у детей в группе маленького мальчика, то... Берут, ну зачем балуешься-то? Берут сейчас мозги. Вместо... Саша поняла, что берут, ну Сань, что берут мозги. И рассказывает мне какая-то процедура. Ну Сань, зачем ты сейчас делаешь это? Ты снежинки ловишь, да?
Ну не надо языком-то. Видите, что делается? В общем, полная веселуха. Саша, а больно сдавать-то? Нет. Нет? А что тебе делали? Что тебе делали-то? Расскажи. Палочкой такое делали, да? Да. Понятно. Ну вот, дорогие друзья, еще что хотела вам показать. Как украшение за окном перекликается с тем, что сейчас здесь пока начальная степень украшения в доме. То есть красные пуансетти прекрасно там перекликаются с красными различными украшалочками. Еще веточек поставим. Видите, как видно? Все. И получается, даже вот шапочка Деда Мороза, а тут красная пуансетти. Еще проложу сюда веточек красных. То есть это красиво и внутри, и снаружи. И все это действительно работает на наше настроение. И клеенку я купила такую же в цвете зеленого, красного и красной пуансетти, которую купила в Аби. И немножечко даже такую пуансетти, потому что она очень подходит, зелено-желтая, к моей кухне. И получается очень нарядно. Саша, что тут случилось? Котик залез на окно. Представляешь, что он сделал нам? Он смотри, что устроил нас. Что он нам устроил? Он каждый день прыгает на окно, и всегда все было хорошо. Да. Посмотри-ка, что устроил. Мы вчера так трудились. Да, Саш? Где этот фунтик? Ну-ка, иди сюда. Котик, ты где? Проказник. Проказник? Смотри, что он тут сделал. А что там? И сюда уже приволок. Он поди играл тут всеми игрушками. Да. Засранец, да? Ну что, будем по новой? Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, сейчас мы тебе накажем. Что, он не выходит? Не выходит? Угу. Так он знает, что он спрятался. Что он набедокурил, знает ведь? Давай мы его поищем. Поищем? Да. Нет, не будем искать. Давай снова окно украшать. Давай. Посмотрите видео, друзья, у меня тоже. Друзья, посмотрите видео, как у Саши красиво. Да? Да. Да ты молодец, как бы я без тебя справилась, правда? Да, смотри, как у меня. Смотрю, как у тебя уж очень красиво. Ярко, по-новогоднему, да? Ты молодец, моя помощница. Маша, Шурочка, куда? Что? Себе сай. Ты себе только, да? Ну ладно, все, хватит уже. Здесь уже и так много. Давай скажем, как мы подняли себе настроение? Да, да. Подняли, да? Веселое у нас настроение? Да. Красиво у нас, да? Здоровски, да? Правда? И какой мы праздник-то ждем? С Новым годом. Новым годом? Да. Да. И что, Дед Мороз? Сделает. А? Подарки принесет. Да громко говорит-то. Подарки принесет. Подарки принесет. Будем ждать подарки. Спасибо, дорогие друзья, вам за внимание, за комментарии, да, Сань, да? Комментарии. Комментарии, советы. Всего всем доброго. Подпишись на канал, смотри наши видео. Подписывайтесь на канал. Смотрите и другие. И подписывайтесь на канал. В общем, вы поняли, это все не подготовлено. Это просто юный блогер, который следит, но насмешила меня, да? В общем, смотрите нас и подписывайтесь на нас. Ну что? Подписывайтесь на канал. Смотри такие видео. Да? Всем пока. Всем пока и крепкого. Аминь. Здоровья, скажи, крепкого. Здоровья.